Министерство здравоохранения России в партнерстве с Государственным банком протестирует блокчейн. Как сообщается на официальном сайте российского банка Внешэкономбанк, Министерство здравоохранения запускает экспериментальный блокчейн-проект. Договор о сотрудничестве обсуждался на встрече председателя Внешэкономбанка Сергея Горького с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Скворцова отметила, что Министерство здравоохранения уделяет особое внимание теме внедрения цифровых технологий. Планируется ввести единую систему идентификации и аутентификации пациентов на электронном управлении и производить обмен информацией через единую межведомственную систему электронной связи.